Многие из нас иногда проходят через развод, но немногие из нас знают, что этот непростой период прохождения после развода имеет 9 стадий. И если мы не проходим эти стадии максимально полно, то мы можем застрять в какой-то из стадий и никогда не встретить новую любовь. Итак, первая стадия – это отрицание. У нас появляется ощущение, что это не со мной. Мой муж просто уехал в командировку, и он обязательно вернется. И женщина может находиться в этой стадии иногда десятилетиями. И женщина в этот момент, в эту стадию не готова видеть реальность. Она не готова принять, что что-то в ее жизни изменилось. И это первая стадия – стадия отрицания.